Здравствуйте, дорогие друзья, Сергей Сапельников из Киева. Сегодня я нахожусь в Мелитополе на спецтренинге профи FFI номер 5 и познакомился с очень многими людьми, с партнерами. И здесь очень много у нас в нашем бизнесе работает женщин. Я познакомился с женщиной, которая живет со мной в одном городе. Познакомились мы здесь и хочу ей задать несколько вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Бойко Наталья. Вы откуда? Я живу в Киеве. Наташа, вот бизнес почему-то считается мужским, тот, который связан с автомобилями, с топливом и так далее. Почему вы, женщина, решили посвятить время свое этому бизнесу? Что вам как бы стимулом явилось, там, подвинуло вас на это? Вы знаете, когда меня пригласили на тест-драйв, это сделал мой друг по жизни. И когда я посмотрела половину тест-драйва, я даже не задумывалась о том. Топливная тема только для мужчин. У меня сразу в голове щелкнуло, что я могу здесь работать. А потом очень важно то, что этот бизнес дает свободу. А мне всегда хотелось свободы побольше. Хотя я сейчас являюсь успешным предпринимателем, у меня свое ателье. Но тем не менее, мне это очень интересно. Потому что бизнес наш предполагает очень много интересного знакомства. Ну, а также перспектива роста – это очень интересно. Наташа, скажите, а вот на спецтренинге что-то новое вы для себя получили? Вообще нравится вам это мероприятие? Вы знаете, до спецтренинга у меня вообще в голове было совсем другое видение, как я должна работать в этом бизнесе. Но на тренинге нас обучают практическим навыкам. Это очень важно, обязательно стоит приезжать сюда. Ну, спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Друзья, если вас заинтересовала информация и то, что вам рассказывала Наташа, все контактные данные мои под роликом. Обращайтесь, я вам все расскажу, как начать стартануть и зарабатывать деньги в этом бизнесе. Всего хорошего, до свидания.